Бекки, готовься. Подача профессионала. И мяч летит в корзину. Упс. О, нет, это плохо. Что же нам делать? Не переживай, мы вытащим мяч. Держись крепче. Видишь его? А, вижу разбитый горшок. И мяч, он цел. Значит, мяч ваш? Ой, он уничтожил мой цветочный горшок. А я уничтожу его. Нет. Что там? Наш бедный мяч. Так будет с каждым. Я так испугалась. Без паники. У меня есть запасной план. Дедушка? Только тихо, не разбуди его. Если проснется, не отдаст нам свой трофейный мяч. Я знаю. Упс, нет. Выключи скорее. Баю-бай, засыпай. Дедуля красавчик, но этот мяч ему все равно больше не нужен. Давай скорее играть. Лови. Упс. Лучше продолжим во дворе. Что такое? Я не сплю. О, моя любимая передача. Кто первый? Я. Смотри и учись. Упс. О, нет, Фил. Когда дедушка узнает, он будет в ярости. Я из тебя мяч сделаю. Фил, очнись. Нужно найти мяч. Подсади меня. Бррр. Ну нет, у меня уже спина болит. Твоя очередь меня держать. Тебе пора садиться на диету. Я вижу мяч. Бекки, ты где? Нашлась. Тебе следует подкачать мышцы. Пойдем. Вот мой план. Что? Мы проберемся через эту дыру в заборе. Постой, это может быть опасно. Проверим. Ха, посторонним вход воспрещен. О нет, бедная игрушечка. Нам нужен другой план. Защитные перчатки, наколенники, шлем и очки. Теперь ты готова. Главное, не бойся. Счастливого полета! Ребята, никогда не повторяйте этого дома. Нет, я передумала. Ю-ху! Что? Я в этом не участвую, нет. Ладно, трусишка, давай я. Ты просто должна сбросить это вниз. Готова? Давай. Я не готова. Что тут сложного? Отпускай. Не могу. Ауч! Никогда не повторяйте этого дома. Упс. Прости, братишка. Чего только молодежь не навыдумывает. Она читает газету. Жди меня здесь. Только бы дедуля не проснулся. Кажется, удочка за что-то зацепилась. Фу, гадость. Зачем тебе удочка? Сейчас увидишь. Вантус на месте, за дело. Вау! Я буду тебя направлять. Только проделаю отверстие в заборе. Есть. Запускаю вантус. Точно в цель, тяни. О нет, веревка порвалась. Это вещь. Действительно, ему нравится твой лак для ногтей. Кто хочет новый маникюр? Вещь хочет новый маникюр. Попался? Лети и достань мне мяч. Ты промахнулся. Но вещь справляется. Тяни. Получается. Стоять. Вещь, даже не думай. Меня затягивает. Сделай что-нибудь. Ты на крючке. Я сейчас, Фил. У дедушки были садовые ножницы. Только бы не проснулся.
Фух! Помощь уже идет, братишка! Эй. Успела! Такой хороший план провалился. Мне как раз нужно высушить белье. На этот раз сработает. Главное слиться с пейзажем. Кто там? Никого. Показалось. Или нет? Сейчас проверим. Куда она подевалась? У меня плохое предчувствие. Моя одежда. Ты где штаны потерял? Мусорный пакет – идеальная маскировка. Столько ненужного хлама накопилось. А вот и мяч. Да. Он у меня. Я вернул мяч. Это совсем не мяч. Я из тебя мяч сделаю. Нет. Фил, ты как? Молодежь. На помощь. Перед тобой новый почтальон. Ты не похож на почтальона. А теперь... О, да. Это полный провал. Я на месте. Только бы не проснулась. Ой. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Фух. О, нет, Хаги. Нет. О, ты просто хочешь поиграть? Любишь, когда чешут животик? Ну, мне пора. Эй! Отпусти! Мне нужен мяч! Нога! Больно! Эх! Хаги хороший мальчик! О, посылка! И что там? А, нет, спасибо! Это можно вернуть отправителю. Люблю коробки. Не расстраивайся, Фил. План не сработал, но сдаваться нельзя. Фил, отдыхай. В этот раз я справлюсь сама. Ставьте лайк, если верите в меня. Старушка пьет чай. Спи. Получилось. Бе! Упс! На помощь! Ловушка сработала. Отлично. О, нет, дедушка меня не простит. Нужно спасать сестру. Дедушка, спи сладко. Мне лишь нужно твое ружье. Отлично. За дело. Хаги, попался. Упс. Лови. И с кем мне играть? Здесь так жутко. Это браслет Бекки. Она должна быть здесь. О, нет, это старуха. С ножом. Нужно спрятаться. Ох, ох. Кажется, не заметила. Ай. Здесь везде капканы. Тише, не кричи, это я. Уходим. Прячься. И куда она подевалась?
Бекки! Бекки! Тсс, все будет хорошо. Поищу в комнате. Бекки! Бежим! Послушай, это важно. Тише, потом расскажешь. Она здесь! Беги! Нашлась! Эй! Аккуратнее! Скорей домой! Бедняжка, снова тебе досталась. Спасибо! Такая игра мне не нравится. Бекки? Фил? Что случилось? Дедушка, помоги! Она нас преследует! Да кто? Она! Старуха Венсдей! Привет, Скай! Давно не виделись. Венсдей, привет, дорогая! Дорогая? Ничего не понимаю. Я принесла торт, угощайтесь. Это же Венсдей, моя старая подруга. Торт? С ума сойти от этих стариков. Хорошая девочка. Приятного аппетита. Где мой мяч? Дедушка, это длинная история. Сыграем как раньше. Я снова выиграла. Ты должен мне поцелуй. Фу, такое нам смотреть еще рано. И вам тоже. Еще виноградинку. И еще. Кушай, мой птенчик. Этот забор бесконечный. А помнишь, как в старые времена? Было весело. Эй, парни. Привет, Венсдей. Познакомьтесь, Пичу. Нет. Бедняжки. Отличный разряд током. Вау, какая девушка. Нужен зонтик от солнца? Спасибо. Хочешь коктейль? Спасибо. Почему все внимание достается ей? Эй, помогите! Да ну, кто-нибудь! Кто там кричит? Вот, лови круг. Да уж, спасибо. Что это на стакане? Как насчет свидания? Эй, как насчет моего свидания? Нет, парни. Я первый пригласил ее. Нет, она пойдет со мной. Нет, свидание будет моим. Я пойду с тобой на свидание. Ну, так как насчет нашего свидания? Ау, жжется. Это значит да. До встречи. Жду с нетерпением. Приветик. О, нет. Ты просто очаровашка, Фил. Готов к парному свиданию, Скай? Всегда готов, Фил. У-ху! А где же наши дамы? Который час? Это не моя рука, кыш! Ко мне вещь. Видишь, он нервный. Приветики. Привет, девчонки. И нет, это тебе. А это тебе, Венсдей. Спасибо, Скай. А я рад тебя видеть, Венсдей. Нет? Просто гимнастика. Нам пора в кинозал. Идем. Стоять. Проверка безопасности. Нет? Ладно, я все достану. Нет, жвачка, со сладостями нельзя. Окей, я все съем. Что ты делаешь? Мои глаза! Проходите, ребята. Можете забрать всю жвачку себе. Всего одна подушечка? Ну и жадина. Я хочу попкорн. Что? Какой-то он пресный. Этому попкорну не хватает изюминки.
так уже лучше. Фу, ну и гадость. А, гигантский паук! Какой кошмар! Отличное кино. Вау! Ну и жуть. Идем, Скай. Столик забронирован? Мы не видели. Что ты будешь, Инит? Может, это? Или десерт? Я закончила. Спасибо, Вещь. Браво, браво! Браво, Венсдей! Это впечатляет! Я сейчас вернусь. Ты забронирован. Вещь, у меня есть план. Соберись. Мамочки, надо торопиться. Приветик, как дела? Оу, ты уже забронирован? Ладно, пока. Кто это был? Клянусь, я ее не знаю. Не понравился ваш заказ? Это было смешно. Ничего смешного. Я все заберу. Переходим ко второму блюду. На ужин пранк. Оу, ребята, подскажите, в какой из этих двух стаканов я уже добавила краситель? Напишите в комментариях. Вот ваши напитки. Примирительный коктейль за мой счет. Подозрительно, но вкусно. Ха, у тебя все зубы черные. У тебя тоже, Венсдей. Что ты добавила в этот коктейль? Ты испортила мое свидание. Правильный ответ. Краситель в каждом стакане. Можно твою ручку? Можно твою руку, Фил? Открой ротик. Открой рот. Что за звуки? Это из трубы. Нужно идти на помощь. Где это мы? Вылезай быстрее. Ой, прости, Инит. Где это мы? Спасибо, Скай. И куда дальше? Я не знаю. Там такое! А, мама Мия, помоги мне! Идем, проверим. Что это? Это вещь? Дамы, вперед! Да иди уже! Давай я за тобой, вперед! Мне кажется, мы уже тут были. Давай в другую сторону. Может, разделимся? Ты туда, а я туда. Тише, это я! Ну, ты меня и напугала. Давай пойдем прямо. Что-то мне здесь не нравится. Предлагаю не задерживаться. А это означает что-то нехорошее, да? Нет, нет, нет! А, помогите, выпустите меня! Я умираю! Мужчины как дети. Это же просто сетка. Да, я так и знал. Проверял твою реакцию. Идем дальше. Оу. И что делать с этим смертельным шаром? Я попробую проскочить. Стой, это слишком опасно. У меня есть идея получше. Устроим диско. Вау! Отличная идея! Теперь этот дискошар нам не страшен. У нас получилось. Смотри, там следующая труба. А, скелет! Эй, он давно не живой. Да, точно. Ну что, полезли дальше? Подпишись на канал. Поняла, уже подписываюсь. Спасибо. Ого, сколько коробок. Это что, таинственный склад?
кто-то идет. Прячемся. Я чувствую, здесь кто-то есть. Упс. Молот поднять? Я иду искать. Мамочки! Пустая коробка. Какая жалость. Возьму арбалет. Скажу жертвам привет. Только не я, только не я. Как там моя добыча? Не густо, только грязный кроссовок. Возьму катану и больше шутить не стану. Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Пока, пушистик. Фух, пронесло. Это запах облегчения? Я тебя найду. Посмотрим, что там. Возьму динамит. Проигравший на воздух взлетит. Что? Раз, два, три. Экшен. Есть кто живой? Только мой бывший. Фу, сколько дыма. Фух, я жива. Так, так, так. Осталось всего три коробки. Кого копье пробьет, тому в лотерее не везет. А, это было близко. Опять этот запах. Он идет отсюда. О, да. На этот раз я не ошибусь. Пончик. Вот что так вкусно пахло. Фух, неужели я живой? Зачем так пугать людей? Тише, Скай! Снова эти крики. Идем, я уже хочу домой. Фил, дружище, что с тобой? Сейчас. Берегитесь, это ловушка. Что? Приветик, поиграем? Привет, Венсдей. Даже не думай. И что ты будешь делать? Ты же не умеешь стрелять. Но я метко бросаю. Ладно, следи за волосами. А, это плен косичек. Только не это. Ну все, Венсдей, хватит издеваться над моим парнем. И над своим тоже. Сейчас я тебе покажу. Это я тебе покажу полную луну. Упс. Отдай сюда! Это не смешно! Освободи их, Венсдей! Ну ладно, даже повеселиться не дадут. Пока, Фил. Ты держался лучше, чем мой бывший. Я проголодалась. Выбирай, куда пойдем, Скай. Дай подумать. А что с Венсдей? Упс. Ну вот, теперь снова скучно. Может, возьмем ее с собой? Ладно, у меня есть предложение. Отличное место для пикника. Эй, что у меня на языке? Это пранк, детка. Что? Пранк один на всех. Одну секунду. Я скоро вернусь. Попалась? Грег. Можно мне? Я хочу ответить. Кого же вызвать к доске? Не вижу желающих. Я хочу, пожалуйста. Нет, не думаю. О, звонок. Конец урока, так никто и не ответил. Но я же знал решение. И еще один. Боб. Что за... Упс. Я вызову... А это еще что? Плюс один. Эрика. Вот и все. Что здесь происходит? Где это мы? И что в этом мешке?
это сделал? Отвечайте! Никто не смеет ловить! Печу в мешок! Ребята уже весело играют. Как это мило! Ты! Подожди, мы можем договориться? Обожаю чипсы! Ты свободна! Я слежу за тобой! Всем привет! Что ей нужно? Видите эти коробки? Прячьтесь! Нет! Я отказываюсь играть в прятки! У меня гарвардский диплом! Ты уверен? Нейрон, убеди его! Скорпион! Прячемся! Вот и славно! Раз, два, три... Эй, это моя звезда! Ищи себе другое место! Я иду искать! Выберем моего помощника для первого раунда. И это будет... шар с шипами. Какая прелесть! Мое любимое оружие средневековья. Мамочки! Что она приготовила? Какую коробку выбрать? Вот туда. Шарик? Фас на далматинца. Ух, это не я. Кто же наш счастливчик в собачке? Там пусто. Какая неудача. Сваливай, шар. Ты уволен. Эй, ребята, а вы знаете, кто прячется в какой коробке? Напишите ответы мне в комментариях. Спасибо. Что же ждет нас на этот раз? Костер. Трепещите, ведьмы. Где же мне разложить мои дровишки? Только не возле меня. Как жарко. Признак жизни. Значит, разведу костер возле этой громкой коробки. Я выкурю тебя отсюда. Кто бы тут ни прятался. Что? Нет! Заберите огонь! Подождем пару минут до полной готовности. Пахнет настоящим костром. Там действительно дым. Какой ужас! Моя коробка превращается в сауну. Ну сколько можно ждать? Давай, саркофаг. Я пришла провести раскопки. Фу, сколько дыма. Что? Эй, закрой крышку! Не мешай отдыхать. Извините. И что это было? Фух, пронесло. А, меня обдурили. Окей. Спасибо. Ладно, поживи уже у меня. Покрутим еще. Волшебная шляпа. Ну что ж, настало время магии. Привет, мой ассистент вещь. Принесешь мне шпагу? Благодарю. Шпага – это не к добру. Фух, мимо. Еще раз повезло. Да что же это такое? Вещь, неси пилу. Только не это! Она что, пилит профессора? А теперь главный трюк. Браво! Браво! Спасибо! Спасибо большое! Боб выбыл из игры. Фух, живой. О, нет. Отличный фокус. Спасибо. А ты что тут делаешь? Ой, точно. Иди прочь. Ребята, за мной. Окей. Игра продолжается.
И что нам тут делать? Смотрите, там новые коробки. Прячемся в них. Раз, два. Чур, я в круг. Нет, я в круг. Нет, я первая его увидела. Нет, он мой. Отпусти, сама отпусти. Грег? Что он делает? Хотя неважно. Так, в крестик мне не втиснуться. Что же выбрать? Энни, Бенни, Рики, Таки? Да прячьтесь быстрее. Вот сюда. Ну, конечно, ответ X. И чего тут думать? Вот мой вариант. И как мне в него залезть? Надо постараться. Мне поможет хорошая растяжка. Вот так. Надо размять все мышцы и шею. Получилось. Ну, наконец-то. Стрельба из арбалета. Выходим на охоту. Итак, выберем мишень. Конечно же, круг. Все будет по-настоящему. Вот и моя мишень. У меня где-то был сок. Целься. Пли! Она попала? О, кажется, я перестаралась. Кровь так тяжело отмывается. Фух, это просто сок. Все целы. А где же тогда человек? Продолжим поиск. Хочешь сок с печенькой? Спасибо. Фух, крутим дальше. О, коса. Главный атрибут моего кумира. Тебе пора. Проваливай. Нам не выжить вдвоем. И кого же мне скосить? Эй! Что за звуки? Уроки отменяются? Бедный профессор Боб. Вот это его перекрутило. Занятий не будет? Упс! Попалась? Я уже иду. Точный разрез. Приветик. Вон, ты проиграла. Лиз, вычеркиваем. Упс. Наконец-то, моя шея затекла. На выход. Окей. Мой икс не проходит. Давай бочком, Грег. Где же нам спрятаться? В шкафчике? Нам конец. В кабинет. Да что ж такое, не открывается. Закрыто? На себя. Точно. Где нам спрятаться? Я под стол. Грег? Думаешь, меня видно? Ладно, перепрячусь. Это бесполезно. Нам нужно другое место. Слышишь шаги? Она уже близко. Я больше не могу. Очнись, Грег, бежим. Опять коробки. Я слышу ее. Грег, давай, вставай. Ну ты тяжелый, тебя не дотащить. Ладно, лежи и не двигайся. Вот так. А у меня есть идея. Раз, два, три. Я иду искать. Водяной пистолет с кислотой. Идеальная парочка. С какой коробки начнем? Вот с тебя. Что? Никого? Какая жалость. Покрутим-ка. Покебол? Я вызываю тебя, инсинеруар. Фас.
пусто. Ты не справился. Домой. Катана, пошинкуем коробочки на части. Опять промах. Мне явно не везет. Футболист. Вон та коробка, твой противник. Тачдаун! Ну, как я сыграл? Вон с поля. Динамит. Пусто. Футбольный мяч. Гол! Пиньята. Ничего, кроме конфет. Мои пчелки, наконец-то что-то стоящее. Летите в эту коробку, друзья. Что? И здесь никого? Куда же они все подевались? Ну, конечно, последняя коробка. Выходи. Есть кто живой? Я тебя нашла. Ну, ладно. Ты сам меня вынудил на крайние меры. Грязные носки дяди Фастера. И это не подействовало. Да кто же там? Он сладко спит. Ладно, не буду его будить. Грег найден и выбыл из игры. Осталась Эрика? Что же она придумала? Все коробки раскрыты. Где же тогда она прячется? О нет, ты меня нашла. Только не надо пыток. Спокойно, ты победила. Поздравляю. Кубок победителя твой. А теперь свободно.